Всем привет, вы на канале НКХ, с вами, как всегда, Александр. И в сегодняшнем видео я предлагаю вам рассмотреть один из самых мощных и быстрых электросамокатов. Выпускает сие чудо фирма, которая называется MyQuery. Моделька называется Speedwall Plus. Выпускается этот самокат в двух версиях, в стандартной и в Pro-версии. Различаются они только емкостью батарей. Данный электросамокат является полноприводным. Каждое колесо оснащается электродвигателем мощностью в 1600 Вт. То бишь суммарная мощность данного самоката равна 3200 Вт. Как вы видите, данный самокат прекрасно справляется с бездорожьем. Максимальный вес на бездорожье, который можно нагрузить данный электросамокат, равняется 150 кг. По дороге данный самокат можно нагружать до 200 кг. Максимальная скорость, которую развивает данный электросамокат, равна 110 км в час. Также, как вы видите, он очень быстро расходится. И в городских условиях вполне может соперничать с мотоциклами и мопедами. Максимальный запас хода у Pro-версии 190 км и у стандартной версии 150 км соответственно. Весит сие чудо 57 килограмм, так что подмышкой его просто так не потаскаешь. Да и гонять на нем на полной скорости, на мой взгляд, что-то страшновато. Я надеюсь, что данное видео было вам интересно. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч!